Все. Микрофончик чуть-чуть, да, стреляет. Ну, все друзья уж давно Пенигор покоря беззаботно лежали на лаврах. А другие идут все по тем же путям, и в конце ждут почет их и слава. Путь не труден и прост, и вершина низка, подперевшая легкое благо. Стоп, на этом о них приумолкнет строка, говорить о них больше не надо. Видел я одного, жаль, не помню его. Поразил он меня до предела. По горе ему лезть было так нелегко, что ни вверх и ни вниз не смотрел он. По горе без петель, без ностей, без гвоздей лез уверенно он и упорно, полагаясь на зубы и твердость ногтей, без задержки, спокойно и ровно. А вершина, о Бог, была так далека, а гора так тверда и упряма. Нервы струны, а в струнах звенящих душа. И нужна высота, а не слава. Ну, последний рывок, ну еще чуть-чуть-чуть, сердце слабнет от частых падений. Подождем на ветру, погибать одному, лететь в мрак слепых подозрений. Властен тем, кто с ним рядом идет, кто в глаза ему вызов бросает. А боится, дрожит от него только тот, кто с горы наутек убегает. Мать земля скалолазов своих сыновей не суди, не карай так жестоко. Много в скалах забито телами щелей, сколько можно давать нам уроков. Без петель, без гвоздей, а скалу опираясь глазами, он ушел весь в поту, где же есть он теперь? Может, умер, а может быть, с нами. А он лез без ностей, без петель, без гвоздей, а скалу опираясь глазами, он ушел весь в поту, где же есть он теперь? Может, умер, а может быть, с нами.